Доброе время суток, друзья! Боевая провинция приветствует вас. Женебек Алимханулы 26 июня будет боксировать с Робом Брантом. Так, ну Женебек, понятно, 9 боев, 15 нокаутов. Когда такой рекорд, ребята, 9 там боев, 8, 6, трудно определить, боец нокаутер или не нокаутер, сильно бьющий или нет. Потому что оппозиция, которая с ним, она может быть очень слабо, умеренно слаба. Он может, ну, вот, Женебек, допустим, он может работать с такой манерой, с такой агрессией, ну, которая не позволяет ему пропускать лишних ударов. Ну, это значит, вот ведет, да, он поединок какой-то, и видит, что выигрывает, видит, что боец его опасается, видит, что ничего особенного он не может преподнести того, чего бы не знал Женебек. И поэтому бой такой, как бы, да, умеренный, не старающийся уничтожить соперника, забить там, запрессинговать, истерзать. Ну, так как он олимпиец, ребята, конечно, он боец не такого плана агрессивного. Но как он себя поведет, если будет агрессивный боец, если будет боец серьезный, многоударный, бьющий, это мы не знаем. Может, он себя проявит и с положительной стороны. Ну, в нем проснется какой-то воин, да, воин, жаждущий драк, сражений, ярких побед. Мы этого еще, ребята, не знаем. Ну вот Петис Ананян давайте вспомним с Матиасом. Ну, никто же не знал, что он может провести так бой. Был боец тоже обыкновенный, не нокаутер по статистике. Ничем серьезным он не отличался. Какие-то бои выигрывал, какие-то проигрывал. Но Матиас заставил в нем проснуться тоже такого же зверя, как и он сам, как и Матиас, да, помните, когда люди, бойцы уперлись, ни шагу назад, за нами, как говорится, Москва, да, как раньше, в войну Великую Отечественную, ни шагу назад. Может и здесь случится такое, ребята, ни шагу назад, за нами только Казахстан, да. Так, ну теперь что? Давайте об этих бойцах поподробнее порассказываем. Про Алимханулы, ребята, много чего интересного нельзя выкопать. Потому что, я еще раз повторюсь, боец еще никак не раскрылся. Но по манере ведения боя, друзья, боец очень грамотен дистанционно. На сегодняшний день он мало выбрасывает ударов. На сегодняшний день... Такое ощущение, что он не функционален, малофункционален. Ну, вывод этот может и поменяться, ребята, потому что вот он не функционален, потому что мало выбрасывает ударов, мало двигается. Да? В основном работает как на контрударах. Ждет, пока соперник начнет какое-то действие, чтобы выдать свое противодействие. То есть опередить соперника. В основном за счет оттяжки, за счет движений на ногах, да, за счет какого-то небольшого челночка, отпрыг на прыг, да. Ну, вот эти моменты любительского бокса, дистанционного бокса, давайте так говорить, они у него хороши. Чувство дистанции. Ну да, бывает, пропускает, но это бокс, ребята, как бы. Поэтому здесь, ну, не убавить, не прибавить. Вот он какой есть. Бьющий, не бьющий, ну, этот вопрос, ребята, в воздухе повис, так как я еще раз говорю, бойцы, идущие только, поднимающиеся в гору, они как бы раскрываются со временем. Может, он сейчас раскроется, как боец нокаутер, может, у него сейчас пойдет серия из нокаутов. Вот вдруг сейчас Бранта нокаутирует, да, и поймет, как надо работать, что нужно делать еще в ринге, помимо того, что он умеет. Потому что, смотрите, ну, 9 боев, да, ну, что это такое? Я имею в виду, мало боев, да, судить. Потому что вот есть бойцы 30 боев, к примеру, 20 нокаутов, 10 решением, да.
Ну, казалось бы, эти бойцы считаются бьющими, ну, практически нокаутеры с тяжелым ударом, да. Но может быть такое то, что в начале карьеры у них этих вот именно 10 нокаутов их и не было, правильно? И они только пошли не в начале карьеры, а ну там, в начале пути боксерского. А уже затем человек набирает обороты, и к 30 боям у него начинаются нокауты, нокауты. Поэтому здесь, ребята, вопрос такой, повисший в воздухе, если точно сказать. Дальше. Ну, про олимпхнулы понятно в двух словах. Дистанционник грамотный, дистанционник в основном работающий, если боец тоже какую-то агрессию проявляет, на контрударах, да? На контратаках. То есть атака на атаку. Провалить соперника или еще что-то. Бывает, балачок поднимает, но чисто, знаете, поднимал, ребята. Сейчас, может, и бранд заставит его побольше блок держать, но бывает, да, поднимает, но это ни к чему его не обязывает, потому что в основном, конечно, обыкновенная классическая стоечка, ребята. Дальше. Роб Брандт. Ну, рост один, друзья. Возраст, ну что там, 30 лет, это самый такой пик, да, в боксе. Как бы. И по манере ведения боя. Роб Брандт, ребята, вот знаете, какой боец интересный? К нему нельзя применить какую-то манеру ведения боя. Он умеет все, как бы, понемногу, да? И работает от своего соперника. Его нельзя практически предугадать, этого бойца. Вот есть вот Матиас, да, к примеру, есть Вирджил Орсис, понятно, агрессия, да, прессинг, бокс, такой агрессивный. Есть там какой-то, ну, я не знаю, даже не знаю, кого вам привести сейчас, их очень мало. Ну, Калеб Плант, давайте вот возьмем, да, просто в голову как бы пришел. Уже понятно, что от него ждать. Американская манера, да, дистанционные, одиночные выброшенные удары, работа в отходе. То есть, да, это все понятно. Вот оно так и будет. Если боец стоит, значит, Плант будет стоять до тех пор, показывает скучный бой. И за счет быстрого выброса руки, значит, больше попадать по сопернику. Так. А вот Ром Брандт, ребята, вот смотрите, он проиграл Бремеру, да, но Бремер был в другой как бы весовой категории, потому что Брандт залез туда, был на порядок ниже, бой показал, ну, я не сказал, чтобы там его прям забили, убили, ну, бой показал на уровне, в принципе. Но, вот смотрите, с бойцами опасными, он с дистанционными, с простыми, он показывает такие же бои, он не агрессирует. Он может перебивать, может получать. Он не обладает какой-то сверхъестественной защитой. Основной плюс, у него хорошая функционалка, но он и ее даже не может применять всегда. То есть она у него есть в запасе, и это грозное оружие, ребята. У него очень хорошее чутье по боксеру. Он понимает, когда боксер проседает. Он ловит кураж, он понимает, когда боксер сдает или немножко не успевает, и понимает, когда у его оппонента падает плотность удара, вот тогда Брандт опасен. Опасен, знаете чем? Опасен именно функционалкой. Он начинает выбрасывать по 3-4 удара за один раз. При этом не обладая никакой защиты, он и пропускает удары, но пропуская, понимает, что уже удар ему не принесет ущерба. И здесь он уже наседает, 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 и, ну, как бы и забивает, и бывает забивает, бывает нокаутирует. Вот такой интересный, ребята, боец, но боец очень опасный. Боец, которому нельзя давать повод усомниться в своей мощи, в своей силе, в своей умении, в своем знании бокса, вот в этих во всех аспектах. То есть вот давайте вспомним с Ретой Муратой, да, поединок, как он выиграл. Посмотрите, сколько он ударов выбросил. Чуть ли не рекорд поставил, да? 1200 там с чем-то ударов, на несколько ударов не хватило. Представляете, и он работал в отходе. Посмотрите, какая функционалка. Он работал в отходе, он работал в размене, он работал
просто стоя пытался перебивать. Вот он везде работает, ребята, на всех дистанциях работает человек. Пусть малограмотно, но он работает. В каком плане малограмотно? Он везде пропускает удары. На средний пропускает, пропускает, чувствует, тяжесть накапливается. Он начинает бегать, работать с вторым номером. Вторым номером работает, работает, соперник останавливается, то есть прекращает поддавливать. Что делает Ром Браун? Роб начинает стоять и опять начинает делать набросы, выбрасывать какие-то комбинации, но вся работа исходит от него. Вот если не давать ему вот этой возможности, вот этого шанса, чтобы начать работу. То есть вот он стоит, иногда и ты должен начинать. Он не должен видеть, что ты стоишь, ничего не делаешь. Тогда он начинает напирать, напирать, напирать. И не дай бог он почувствует, что удар ваш не приносит ущерба. Тогда все, он начнет набрасывать, набрасывать и будет забивать, выигрывать, переигрывать. Вот смотрите, Скопыленко, да, в бою. Тоже Копыленко ничего не делал, как бы Бранд не нокаутировал его, но за счет постоянной работы он разбил все лицо, да, заплыли там глаза, бой остановили, но самого нокаута не было. То есть нету такой нокаутирующей мощи. Такой, знаете, развитый попрыгунчик. Может и прыгать, может и стоять. Хорошо ли это, ребята? Ну вот видите, с Рёдой Муратой, который усилил давление во втором бою, ничего не прокатило, да? То есть нокаутировали его спокойно. Есть такие бойцы, для которых вот это вот то чуть-чуть, да, то немножко, вот это немножко, и все объединяет за счет функционалки, просто функционалки. Видите, это не работает, потому что он от нокаутера может упасть. Нокаутер может забить его. Потому что у него защита отсутствует практически. Работы на средней дистанции вообще, работы на ближней то же самое. Если где-то он попытается что-то сделать, у него голова вся открыта и пропускает, сразу уходит на дальнюю дистанцию, начинает скакать на дальней дистанции, пока оппонент не остановился. Если оппонент не начинает агрессировать, то он и не скачет, как бы Роб Браун. Видите? Дальше. Боец, который будет постоянно переть на него, проблема, да? Боец дистанционный, грамотный тоже может стать проблемой ему. Вот я к чему это все говорю, ребята? Потому что Джанибек Алимханулы – это боец грамотный и дистанционный. Откуда я сделал этот вывод? Вот с Бремером посмотрел, ну да, бой этот был как бы давно, но он не давал повода агрессировать Робу Бранту. То есть вот делает что-то, да? Роб Брант, он перестает, какая-то комбинация у него заканчивается, Бремер начинает свою, один, два удара, три удара, начинает поддавливать, то есть показывает работу, показывает, что он не устал, показывает, что он может и ударить, и подраться может. Вот это все нужно будет с ним показывать, с этим, с Брантом, я имею в виду. Покажет ли это Алимханулы, не покажет. Это, ребята, конечно, вопрос. Конечно, вопрос. Но, друзья, так как у него дистанционная работа хороша, именно не другая работа, не там немножко, там немножко, там немножко, да, а именно вот работа дистанции на челноке. В этой дистанции Бранд будет проигрывать ему. Понимаете? Но Алимханулы нужно будет готовым быть постоянно на ней работать, постоянно огрызаться и поднимать функционалку в работе с Брантом. Потому что Брант он не будет по одному-два удара выбрасывать, он будет по три, по четыре выбрасывать. И нужно будет Женебеку отвечать. Нужно будет Женебеку даже не просто ловить на контрударе на каком-то, да, или какую-то контркомбинацию какую-то, да, показывать комбинацию, а за след другую, да, за след свою. Вот совершили по вам несколько ударов, только он остановился, нужно будет сразу Алимханулы еще что-то делать и не меньше делать и считать просто для себя,
Брандт выбросил там 4-5 ударов, но тебе хотя бы 3 выбросить нужно. Хотя бы 3, уже я не говорю о том количестве, которое Брандт будет выбрасывать. Потому что ну, Брандт выбрасывает очень, захочет, если он будет делать это много. Понимаете, в чем дело? Ну, здесь будет, наверное, я еще не знаю, не смотрел, ребята, честно скажу. Здесь, наверное, будет фаворит Роб Брандт, я так думаю, конечно. Потому что перетерпел много, повидал много за счет даже боя с Рёд и Мурата, да. Испытал, что такое удар. Что такое в первом бою, что такое прессинг, и что такое выбросить много ударов испытал, и что такое нокдаун, и как подняться, и вот это все он испытал. И вот это давление, вот эту агрессию нужно будет Алиму Джанибеку, нужно будет проявить, нужно будет показать. Был бы, ребята, Брандт с той манерой, ну, с агрессивной, там, ну, прессинг, да, все знаете прекрасно, в давлении, ближней дистанции, я бы, конечно, Джанибеку никакого шанса не дал. То есть вот с этой, именно с этой манерой, если бы он не поменялся. Ну, а с этим бойцом, ребята, есть шанс, потому что Роб Брандт обладает, работает в основном вот в этой манере, в которой работает Алим Ханулы. И Джанибек вот в этой манере, он лучше. Минус, еще раз повторюсь, то, что Алим Ханулы не обладает другими качествами бокса. То есть, вот он дистанционно лучше. Вот будет он на ней держать, он будет он на ней давать, как говорится, ну, давать пороху, да, Брандту, тогда будет все нормально. А иначе, ребята, конечно, Джанибек проиграет. Еще самый такой большой минус, который, может он и есть у Алим Ханулы, может нет. Еще раз повторяюсь, как и раньше, это вот это именно функционалка. Не дай бог Алим Ханулы просядет, не дай бог он покажет, что просел. Не дай бог он не будет отвечать на какие-то даже дистанционные удары. Бой сразу будет переводиться на среднюю дистанцию в размен. Вот как только он не отвечает Алим Ханулы, все. Брандт в размене, Брандт начинает на средней дистанции, да, пропуская удары, да, может пропустить. Он начинает по 3-4 насыпать, отпрыг, побегал, опять подходит, опять 3-4 на средний. Если ты не отвечаешь, он все будет идти и превращаться в бойца с прессингом. То есть будет идти, набрасывать, около тебя стоять. Видите, какой разносторонний боец. Поэтому, друзья, шанс у Алим Ханулы есть, у Джанибека. Шанс, ну какой шанс, ребята, я вам все рассказал, все по блюдечкам разложил, да, уже должны сами понимать, то, что шанс не такой велик, не так он велик, как хотелось бы, но он есть, друзья, кто бы что ни говорил, вот в этом именно даже зацепившись за этот плюсик, который есть у Джанибека, мы как бы питаем надежды, что Джанибек, ну, как-то побьет Брандта, друзья. Все, удачи. Не забывайте подписаться на наш канал. Мы будем болеть за нашего друга, соседа.